Вот теперь Василий Васильевич пишет, пришлось закончить... Отдавали кому зря, понимаете? Потому что Василий Васильевич комплектовал совсем начальство. Вот. Пришлось закончить Симферопольское художественное училище имени Самокиша. Вот живопись – это вторая специальность. В 56-м году защитил диплом на астрономическую тему. Ой, он там такой красивый выпускник, вот в шляпе, я просто не нашла там в Коцевеле это. Ну, надо будет тут кое-что вставить, кое-какие фотографии. На астрономическую тему первобытные. Юные астрономы в Симферополе наблюдают небо, самодельные телескопы. Такой диплом он защищал, да. Вот интересное его замечание. Космос писать тяжело, не поддаются изображению космические дали, яркости, размеры. Художники не изображают космос, потому что боятся его, не зная. Вот. Он там, я здесь просто кое-что выкинула, значит, ну не все, что вставлять. Он написал, что вот портрет писать легче, прошу чем... прощения, дипломная работа у вас, Василий. О, Леная, вот, видите? Вот ее туда и надо вставить. А я вот вставила просто, ну что, космос как писать. Ну и с подписью, вот, Вахтаненко первая. Да, и вот он организовал, как вы знаете. Это здорово, да, это замечательно. Ну вот, теперь мы покороче пойдем. И вот я здесь вставила, вот Василий Васильевич пишет, люблю писать море, горы. Вот Высоцкий писал, я не люблю, а Василий Васильевич писал, люблю. Люблю писать море, горы, деревья, восходы, закаты, лунные ночи, тропки. Вот, люблю авиацию. Вот он снял, вот это же ил какой-то, да? Да. Очень там хороший кадр, это из вот его слайдов. Фотографию имел ли около 50 тысяч слайдов в основном о Крыме. Ну, вот занимаюсь космологией, минералогией, вулканологией. Ну, это все знают. Геологией, минералогией, люблю животных, цветы, растения, все живое. Люблю умных, добрых людей. Ну, вот здесь вот эту вот картинка, которая посередине, я приобрела для Крау. Там вот несколько картинок у нас, они там в музее. Я думаю, что они не пропадут. Вот. Я не видела эту вот справа, которая. А вот справа, которая, это Василий Васильевич, а там еще был, по-моему, кусочек. Василий Васильевич решил подарить мне картину. Вот, я говорю, хорошо, ладно, но мне ее некуда было сразу забрать. Потом пришла Левина и сказала, мне тоже нравится эта картина. Василий взял и отрезал кусочек от нее. Ты что? Отдал Левиной. А часть я ставила, но я уже не стала забирать. Наверное, помрет или что-то. Вот. Вот, что еще о себе? Жената, потому существую. Ну, это всем известно. Жена моя Наталья Серафимовна Сердюченко. Там он пишет, чем она занималась, значит, то все. Вот, в Москве есть дочь, зять, внучка здорово рисует. Что еще? Страшно люблю Крым. Не понимаю тех, как говорила Ильичинская, за перекопом земли нет. Кто покидает его? Люблю природу. Даже как-то бурно занимался экологическими проблемами. Помните, что это блюдо, да? Он все боролся с этими кучами мусора, которые жгли по Симферополю нещадно. По частному району и уговаривали людей не сжигать листья. Но понял, что это не по силам простому человеку. Не по силам. Ну и вот наши любимые места. Наши любимые места. Мы говорим, вы с этими пакетиками погибнете. Да. Собираю фотоальбомы о Крыме и красивых местах Земли. Фото минералов и сами минералы. Люблю читать и перечитывать книги. Экзюпери, Рокуэлла Кенда, путешественников многих авторов. Постоянно у меня увидел книгу о Че Гевара и стащил ее. Сказал, мне надо. Ладно. Да, вот, особенно Ван Гога он любил, не знаю почему, но любил. Революционный опыт. Да, на работе готов поделиться тайнами космоса и других, и другими знаниями спытливыми. Вот этим он заканчивает, вот это. И поделиться знаниями спытливыми. И вот так он закончился. А это я просто... переставила там у него внутри вот это. Благодарен многим друзьям, их сотни. Это я немножко от себя добавила, чтобы как-то сократить. Друзья молодости,
по профессии, интересам, ученики. Благодарен друзьям из зарубежья, Майклу Бошеду из Канады, Полю Гогемансу. А, я такого не знаю, из Бельгии, не слышала никогда. И многим-многим коллегам из Австрии, Германии, Словакии, Испании, Болгарии и т.д. Каждый из них внес свое, мое становление как личности, руководителя и исследователя.